сделала на канале Катер Эндекс Маякати и решила скачать игру Mother Simulator, пока она в раннем доступе, пока она бесплатная. Посмотрим, что за игра. Так, выбери испытание «Знакомься, малыш». «Знакомься, малыш». В этом испытании вы познакомитесь с основами управления, а также нашим чудесным робом-малышом. Ага. Где кухня? Ага, вот кухня. Открыть. Как кран открыть? О, открыла. Берем, значит, сосочку. И ее моем. Ну, я не знаю, вроде как все. Где он? Вот он. Во, все хорошо. Дальше. Все? Следующая покупка 100. Подарок от малыша. Кажется, ваш робо-малыш сделал пипи. Ой, кадочка, где мусорное ведро? Что надо? Присыпку надо. Как же я сразу не догадалась. Бегом, бери этот подгузник. И надевай. Фух, есть! Подарок кушать подано. Ваш честный робомалыш проголодался. Я не знаю как, друзья, но у меня получилось. Я дала ему, что он теперь хочет. Сосочку теперь хочет. Или что-то еще запожелаешь. Все. Все-таки еще можно. Поехали, тяжелый переезд. Наконец, вас выписали из робо до роддома. Теперь вам придется следить не только за своим электронным корпусом, но и за собой. О, как все красивенько. Я так понимаю, нужно бегом идти за едой. Что, как кушать? Вот. Что теперь ты, малыш, пожелаешь? бутылочку. Поняла, поняла. Мы бегом, малыш, есть хочет. Так, так. Подгузник, подгузник, подгузник. Присыпали тебе подгузник. Вот, взяли. О, есть, друзья. И на этом мы, наверное, закончим. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.